Ну что, выкладываем. У Саши, кстати, есть еще, знаете, вот копор-копор. Вот такая вот. Че она катается? Это ему кто-то дарил. Приближается торжественный час, когда я буду мыть окна. И даже пазы между окнами, друзья. И даже пазы. Кукуруза. Вот эта штука мне нравится. Решеточка. Кроме того, что на нее можно ставить. И турки. На нее можно. Блин. Дотронулась, когда тяжелые. Они, бац, и под рукой падают, и еще даже разбиваются, если они какие-то там пластиковые или еще что-то. На этой стенке они никого не беспокоят, поэтому здесь уживаются только вот такие вот плоские, которые напоминают, что море зовет, а мы такие не поедем. Санкт-Петербург зовет, а мы такие отдыхаем, а мы такие в локдауне. Париж зовет. Так, да, о чем это я говорила? Я говорила о том, что вещи-то мы купили необходимую. Вот так, опа! И поджарить можно все, что угодно. И это у меня гриль. И поджарить даже можно то, что Саши вот эти вот хрустяшки свои поджаривает. Вот это будет очень удобно ему. Это... Папад называется. Папад. Вот, вот, значит, это он не потерять сказал. Да я и не потеряю. Чиз, корн, наггетсы. Вот это мы пожарим. Сейчас я найду очки, я скажу вам цену. Мне кажется, я уже от нее падала в обморок один раз. Сейчас все вместе упадем. Так. Секунду, секунду, секунду. 250. 250 рупий, 420 грамм. Но мне очень любопытно, что же там. Вот там внутри, видите, кукуруза и сыр. И может быть мы посмотрим и потом научимся делать такие штучки. Можно, конечно, было вот просто здесь тут все прочитать. Самое дорогое это было масло, значит, 889. И наггетсы 250. Остальное так все. И все равно набежала 1955 каким-то образом. Ну, потому что, да, наггетсы, потом 190 вот эти макароны. Ригатти. Потом вот это вот, тропикана. 110 рупий. Не знаю. Он, наверное, не захочет, чтобы я в холодильник клала. Еще одна кукурузка. Еще одна кукурузка. Слушайте, ну по 10, да? Вот мы такие покупали в Гуа по 50. Но они, правда, уже жареные или вареные. Вот. Я отварю в скороварочке. Они мягкие. Они, смотрите, бымс. Вон. Даже зернышки лопаются. Они такие, не засохшие, не старые. Это вот для меня из такой же, из кукурузной муки. Корн Апалам. Апалам. Lucky Food Products. Стоит 60 рупий. И это тоже наподобие, можно и на огне, можно и в кипящем масле. Если в кипящем масле, это вот такое же, как удат попад. Но что-то другое. Такое же, но другое же. Похоже, да не то же. Так. Вот. В такой коробочке, чтобы оно стояло и было видно издалека. Спецом так делаю. А это для Саши. Kitchen
Promise Test Your Can Trust. Вкус, типа, которому ты можешь доверять. Урад Папад. 60 рупий вот это стоит. Оно с какими-то добавками. Вот, с черным перцем. Туда же. Нет, ну я ее выкину. Она уже, она все сильнее и сильнее рассыпается. От одной штучки не обгинет, правильно? Что еще? Это сюда. А это туда. Я что-то этот вот медный открываю. Он типа такой весь фирменный, престижный, престиж. Скрипит противно, у меня аж, ой, как железом по стеклу. И также закрываю. Отвратительно скрипит и качается к тому же. Что за качество? А я хочу вот, хочу масло перелить в эту бутылочку. Чтобы она не скользила, тут часто масло раз протечет и скользит. Я резинки натянула, они, правда, не помогают нифига. Но... Вот так сейчас буду делать. Чуть-чуть останется. Надо потом будет вот этот подсолнух вырезать и приклеить на эту бутылку. Как вы думаете? Или вот такую бутылку купить. Пластиковую. Хотя какая разница. Я просто стеклянная. Мне нравится. И нравится, что она темная. Я просто боюсь, что иногда она из масляных рук выскользнет. Ну, вдруг руки будут мокрые или масляные. И как бы она не разбилась. У меня недавно разбилась тут маленькая салатница. Я собирала осколки по всей хате. Все. Надеюсь, крепенько. Слушайте, друзья, у меня тут идея. Блин, обезьяны-то что не приходят? Бананы-то уже попортились. Надо, чтобы Саша их опять выкинул. Может быть, вот туда поставить вот эту лампочку. Что цветок? Цветок, он вообще... Цветок такое дело, его куда угодно можно, в принципе, поставить. А лампочка в углу. А ты что шатаешься? Почему все индийское качается? Ты не взорвешься? Смотрите, как будет красиво, да, если вот туда поставить эту лампу. А? Как по-вашему? Такой будет уголочек для релакса. Для релакса. Кто готовит и моет посуду, им релакс необходим, потому что рука, которая кормит, это очень важная рука. Это же все вибрации. Да? Мне кажется, прекрасно. Друзья, меня в комментариях спросили, где купить такую для палок стоечку. Для аромапалочек. Я даже не знаю. Мне кажется, или на Амазоне, на Алиэкспрессе, или в индийских магазинах. Кто-нибудь покупал уже онлайн такие? Я-то здесь покупаю, они здесь продаются. Здесь они недорогие. И я просто не интересовалась этим вопросом, но поделитесь друг с другом, те, кто покупал уже. Пожалуйста, пожалуйста. Пишу звук. I hear sound.
Слышу, папа идет. Свет-то у нас. Папа капут? Но капут, да, упражнение говорит, свет отключился. Very good, only six floor. Somebody tell me from Russia. Elevator was broken, they live 18 floor. Это кто-то мне написал в комментариях, что да, что на 18 этаж пешком ходили. Говорит, соседские дети подожгли лифт, оба, и грузовой, и пассажирский. И ходили, кто-то написал на 10, а у кого-то даже 18 был этаж. Представляете, пока не починили лифты. Поэтому Саша говорит, это упражнение. Все, вырви глаз. Я смотрю, тут прям красота неземная. Как покрасили. Ой, это кислотным цветом. Вот. На 6-й этаж, это, говорит, упражнение у меня. Реально глаза заслезились. А, прекрасно. В 4 часа придет этот ремонтник и плотник, да, плотник будет делать нам. Да. Так, чапати, да? Чапати and... Чапати, two чапати. Две чапати. Ну, я пока тогда уберу это. Папа! Very bad. Very bad. Сева. Сева отнесет этим обезьянкам туда на крышу. Ну чего делать-то? Люди все везде захватили, а обезьянкам тоже надо еды давать, раз они выбрали. А, you throw in the trash? Mama, here made noise when I throw in the trash. Да, здесь, говорит, будет шумно. И он кидает туда, прямо в мусорку, вон, видите? Прямо в центр мусорки. И там эти цыплята. Цыплята. Молодец! Молодец! Darling, this is your plastic new for water bottle. But you also have, darling, from Cooper. But it's, I think, not very good quality. Maybe you give to somebody. Копор. Вот, вот у тебя есть еще такая, но, может быть, ты ее кому отдашь? Come, look at this. Yeah. It's not very straight, she like this. Yeah, it's become and like this. Not very good also. No. Cover. This for you better. Yeah. You give somebody. Yes. No, this very good, very good. Look I at know, this, I, very we good. We had before also one, I don't know where drone. In Goa. Ah, Goa. В Goa у нас есть такой. Ой, light come back. Oh, only 3 minutes after coming back. When Papa comes. Ладно. Так, now I will prepare the... Чапати. Я говорю, отдай вотчману. Они действительно, они лучше знают. Во-первых, они любят такую посуду очень. И они лучше знают, что с ней делать. Отдадим вотчману. Сейчас, Саши. Зачем она приходит? I don't know. Tell her your language. Don't need. Don't need. Я говорю, ну скажи ты ей на своем-то языке, что нам не надо. Зачем она каждый раз приходит? No, I clean, thank you, I clean myself. Now we waiting for repaying. Сейчас, да, ага, спасибо. Я не хочу. I don't want now. Мама, да. She's not wrong. She tried. She tried to make some money. Так, she хорошо. Tried. She need money. She tried. Она пробует, so, да, она пробует. Ей нужны деньги, она пробует вдруг. So, once a month we ask her to fish, no problem. Не надо мне никого. Yeah. Не надо. Я сама. She can cook for you. Не надо. Тоже не надо. Она говорит, может готовить для тебя. Я не хочу. Не, ну правда.
Ну, мне не хочется. Если кто-то уберет у меня, я потом не буду знать, где что лежит. Я сама не знаю, где что лежит, даже когда я убираю. А уж если кто-то будет убирать у меня. Если бы я работала, в том смысле, что меня бы дома никак... If, darling, when I worked in St. Petersburg, I always have a helper, because Сергей was small, he need take care of him, and she prepared food, she cleaned, she did everything. But now I myself at home, I always was outside. Я говорю, я когда в Санкт-Петербурге, мы же бизнес-саммиты занимались, меня всегда дома не было, и у меня всегда были помощницы, и Сережка был маленький, надо было, чтобы он пришел со школы, чтобы его накормили, еды приготовили, приезжали поздно. У меня, ну, не сказать, что прямо уж всю жизнь были помощницы, но в самое необходимое время, когда Серый был там в первом классе, во втором, у меня были люди, которые по 4 часа там в день работали дома. А сейчас, ну это потому что по 4 и по 8, ну, чтобы сын был под присмотром и дом был убран. Но просто меня не было, я приезжала в 9 вечера. А сейчас я дома все время, и мне не хочется, чтобы кто-то тут мелькал, кроме мужа. Не знаю. Так, сейчас подожди. Did you buy? Yeah, morning I bet.